Из-за штормовой погоды в повышенную готовность приведена спецтехника, а также спасатели МЧС. По прогнозам, проливной дождь будет идти не меньше суток. В ночь на субботу столицу накрыло грозой. За несколько часов на улице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наблюдается подтопление ряда улиц Москвы. Объявлен оранжевый, предпоследний по шкале уровень опасности. Синоптики прогнозируют для центральной части России сильные грозы и порывистый ветер. С юга движется циклон, затопивший Сочи. А наиболее интенсивными дожди будут на востоке столичного региона.